Акбарс – лидер Восточной конференции, потенциальный лидер всего чемпионата. Если сегодня казанцы одерживают победу в основное время, то набирают 57 очков и становятся первыми в лиге. Дмитрий Лугин, 21-й правозащитников. Диладрис, гол! Гол! Амур пропускает все-таки в начале. Додавили Обухов, Пясанин и Свита. Пропускает все-таки шайбу. Голкипер, и тут неприятный рикошет, похоже, был. Давайте смотреть. Да! Дилан Рис сам за ним. Несколько раз дали проявить себя Барулину. Хороший бросок Смурова, кистевой. Стараются средними передачами. Выходите в свои зоны, и Барулин пускает бабочку. 1-1. Все забегали. И бросок из-под защитника, и махнул тут мимо шайбы ловушкой Константин Барулин. 1-1, и любимое слово. Дубинин прошел зону. Дубинин режет угол. Дубинин! И Барулин спасает. Атака Амура. Так, а по-прежнему Акбарс четвером. И гол! И гол на исходе большинства. Получается, у нас тут время просто. Гола. И посмотрите, на исходе большинства. Бросок по воротам, и вот он трафик. Вот он трафик, посмотрите. Ян Муршак закрыл обзор Барулин. Этот период. Литовченко. Много силовой борьбы. Момент на последних секундах. Гол! Все-таки гол. Успевают его забить. Психокист Амура. Как так? Вот это да. Не сирена ли? Давайте смотреть. Сколько там было секунд до конца. Раз, Барулин спасает. И успевает. Десять дней нам осталось ждать до следующего противостояния. Вот, пожалуйста, 3-2. Ну, давайте смотреть. Вот вошел в зону и просто здорово бросил на неудобной высоте для Мурыгина. Руки в сторону. Арбитры, ну, давайте смотреть. На этом повторе не очень понятно. И вот тут, конечно, как не забил Климчук. Мы на лед, Платинум Арены. Ну что, в городе Хабаровск, где проходит... Можно постараться сейчас в формате 6-5 сыграть. Да, в шестером! Ох ты, какое спасение Мурыгина! Удачно разыгрывали кистак Барс. Посмотрим, как будет сейчас. Вот тут момент. Парашютиком шайба летела. От Диона Ризана отскочила ворот. И вот давайте смотреть. Отскок... От борта очень неприятный тут. Вот это небольшое замешательство сразу не удалось реализовать. Но Амур опасно атакует. И гол! Как по нотам разыграли Петру Жарик. Поздравляют друг друга игроки. Посмотрите, Петру Жарик. Отдал, открылся, забил. Все очень просто. Арифметика проста. Как в лучших учебниках. 4-2. Пробился барон и Тарас. Добивание. Ну тут что, шайба в воротах, но, знаете, уже Барулин, показалось, ее зафиксировал, я не знаю. Давайте смотреть повтор. Ну, Барулин шайбу не зафиксировал, получается. Ну тут, правда, таким колющим ударом Барулина пошел Лугин. Не дали бросить Кириллу. Николин, бросок и гол! Меняет шайба направление. Направление полета. Давайте смотреть. Вот бросок Никулина. Да, как здорово. Терещенко подставил клюшку, и шайба в девяточку влетает, а? Здорово. Алексей Смотрите, вот так вот разобрались здесь по центру хабаровчане. Уложил Никулина Ян Муршак. И уже в пустые ворота отправляет шайбу. В шестером были хоккеисты Акбарса. Рвало. Когда-то это должно было случиться. И вот под этот натиск и напор попал лидер Восточной конференции казанский Акбарс. И 6-3 победа подопечных Евгения Попихина. Набирает Амур 23 очка. Остается, правда, на 13-м месте Восточной конференции.